Всем привет! Ребята, как меня слышно, как видно? Поставьте плюсики. Отлично, спасибо большое. Я представлюсь, меня зовут Пономарева Оля. Я старший менеджер компании Oriflame. И сегодня я для вас проведу планерку по завершению каталога номер 6. У нас уже с вами через 2 дня получается, закрывается каталог. И я немножечко с вами сегодня пообщаюсь на тему рекрутирования и вообще в целом немножечко про бизнес. Да? То есть обычно у нас третья неделя – это неделя сопровождения. Да? То есть на первой неделе мы с вами делаем ЛТО. Да? Эта неделя называется у нас личного товарооборота. Вторая неделя у нас – это рекрутирование. Мы рекрутируем, да? Так, сейчас немножечко я еще устроюсь, сяду поудобнее. Рекрутирование. А третья неделя у нас с вами это, конечно же, сопровождение. Но я сегодня затрону тему больше по рекрутированию, потому что, чтобы кого-то сопровождать, нужно качественно наладить свой рекрутинг, да, чтобы был поток регистрации, чтобы было кого сопровождать. Поэтому сегодня будем разговаривать с вами по теме рекрутинга. Немножечко затрону акции, да, то есть у нас с вами сейчас завершается 6-й каталог, и хочу обратить внимание на набор чайной пары, да, то есть сейчас его пока нет в наличии, но вы его обязательно вбивайте в свой заказ, он у вас встанет в резерв, и уже в следующем каталоге он к вам придет вместе со второй чайной парой, да. Также хочу обратить ваше внимание на бутылочку Wellness. Так, Вика ничего не видит и не слышит. Вика, надо перезайти. Вика, перезайди тогда. Я тогда продолжаю, ребята, да? Так, обратите внимание на бутылочку Wellness, да, она идет за 99 рублей при заказе любого продукта из линейки Wellness, да, то есть нам, как консультантам, она достается за 79 рублей. Так, ребята, сейчас поставьте плюсики, как меня видно, как слышно, чтобы я знала, что меня слышат и видят. Таня, спасибо. Значит, я продолжаю. У кого не видно, не слышно, пожалуйста, ребята, перезайдите, либо зайдите с другого браузера. Обратите внимание на бутылочку Wellness, потому что она на сайте стоит 800 рублей, а нам, как консультантам и тем, кто заказывает продукцию Wellness, она достается за такую символичную сумму 79 рублей. Мы с мужем заказали вообще 5 бутылочек. Пока они в наличии есть, поэтому не упускайте свой шанс. Еще также расскажу про Вау Весну. Да, сейчас у нас идет третья неделя каталога, и на этой неделе у нас есть акционные продукты. Если вы делаете заказ в каталоге на 500 рублей, то вы имеете возможность заказать вот эти 11 продуктов со скидкой 77%. Да, то есть помада Giordani Gold, это просто самая-самая моя любимая помада, очень классный, классные, кстати, цвета. Крем под глаза, пена для ванн, два аромата, мужской и женский, да, то есть можно заказать вот тоже за такие вот символичные суммы. Ну, по акциям, наверное, у меня все. Будем продолжать дальше. Сегодня немножечко затрону тему роста, да, как у нас такой бизнес. Можно назвать, что у нас тоже есть сезонный, да, так скажем, сезонный бизнес. Но если работать и совершать каждодневные действия, да, которые мы постоянно, про которые говорим, это правило 3П, да, это обучаться, приглашать людей в компанию, на бизнес, на продукт. И
пользоваться продукцией сами для себя, то у вас не будет никакой сезонности, но я немножечко все равно расскажу про календарь роста в Oriflame, да. То есть мы с вами сеем семена весной и собираем плоды осенью. Да? То есть вот я на картинке здесь изобразила такой календарь детский, да, времена года, зима, лето, весна, осень. То есть сейчас у нас с вами идет весна, и у нас самое-самое время это сеять семена. Да? Самое время очень-очень активно работать, чтобы осенью уже делать новое звание. Поэтому зима и лето – это у нас такие периоды, в которые у людей огород летом, да, а зимой люди вообще не знают, чем занимаются, лежат, давят диван. Да? То есть, поэтому у нас все равно немножечко такой сезонный бизнес. Мы с вами работаем с 4 по 13 каталог. Это у нас получается очень-очень максимально активная работа. Да? С 3 по 14 каталог мы с вами собираем плоды. Да? То есть 3-14 каталог это как раз у нас идет, получается, декабрь, январь. Ну, вот такие вот праздничные, да, то есть там перед Новым годом люди, допустим, даже если ваш консультант в течение там года ничего не заказывал, но перед Новым годом он обязательно заказывает какой-нибудь там парфюм, например, да, то есть он становится активным. Поэтому у нас в этот период с 3 по 14 каталог, это 3 каталог, 2, 1, 17, 16, 15, 14 идет максимальный рост, да, то есть открываются новые звания. И идут максимально большие продажи. Поэтому сеем семена весной, собираем плоды осенью, и в зимний и летний период мы с вами пашем, работаем. Кто хочет расти, он не будет замечать никакой сезонности, он будет всегда расти, если он работает. Так, и сейчас я расскажу немножечко по рекрутингу, да. Ребята, рекрутинг – это очень-очень важный навык, да. Навык из 3 правил П. Все знают правила 3 П? Поставьте, пожалуйста, плюсики. И все ли выполняют эти правила 3 П? Если вы выполняете правила 3 П, то вы активный ключевой партнер своего наставника, своего спонсора. То есть на вас уже можно положиться, вы берете ответственность на себя и делаете свое дело, и знаете, что нужно вообще делать в этом бизнесе. Правило 3 П, да, я уже говорила это. Посещаем обучение, пользуемся продуктом сами для себя и приглашаем людей на бизнес. И из 3 П самый главный, я считаю, что это навык, это рекрутирование. Как же сделать максимальный рывок? Это же, конечно же, это рекрутинг. И все мы с вами стремимся к одной регистрации в день. Учимся рекрутировать сами, учим рекрутировать команду. На самом деле методов рекрутинга очень-очень много. Наша главная задача, да, вот допустим, у вас пришел новый партнер, и у вас задача вместе с ключевым партнером, да, вывести его за каталог на ступеньку менеджера, это 9%. Понятно, что в одиночку очень сложно выйти на менеджера, потому что там нужно сделать 900 баллов бонусов, в одиночку сложно напродавать на такое количество баллов. Поэтому у нас командный бизнес, мы работаем все в команде, и в одиночку этот бизнес развивать очень-очень сложно. Ребята, поставьте, пожалуйста, единички, у кого есть свой метод уже в рекрутинге. То есть вы уже перебрали очень методы рекрутирования, и вы уже выбрали свой метод по рекрутированию. Я тоже поставлю единичку, потому что у меня тоже уже есть свой метод рекрутинга. И сегодня я немножечко пробегусь по методам рекрутинга. Да, у нас есть 3 основные метода рекрутирования. И есть еще такие уже, так скажем, в каждом методе свои подпунктики, да. Поэтому, ребята,
самый-самый главный метод – это список знакомых. Это самый главный инструмент в бизнесе. Если вы еще новичок, если вы еще только-только зарегистрировавшийся консультант, пожалуйста, пропишите свой список знакомых и отрабатывайте свой список знакомых вместе со своим спонсором, либо с наставником. Да? Потому что по списку знакомых вы найдете своего бизнес-партнера. Ну вот смотрите, например, что лучше, 700 регистраций по холодному рынку или 123 регистрации по теплому рынку и открываете звание директора? 123 регистрации либо 700 регистраций. Поэтому, ребята, работайте на теплом рынке, кто только пришел, кто только зарегистрировался, кто только начал свой рекрутинг, обязательно сделайте акцент именно на список знакомых. Также из метода теплого, да, это у нас милые звоночки. Это вывод, это можно вывести на своего спонсора, на своего наставника, да, по закрытой информации на звонок. То есть вы пишете текст, текст мы все даем, всегда говорим, как это сделать, да, то есть пишите: «Тамаша, привет, я сейчас развиваюсь в классном денежном проекте, проект называется «Парус», но я сама новичок, я пока сейчас еще не разбираюсь полностью в системе, но мой менеджер или там мой наставник будет сегодня обзванивать, ну, там будет рассказывать, как правильно работать или как правильно там получить дополнительный доход, да, а так как я сама еще не могу информацию донести, давай я тоже дам твой номер телефона, если тебе интересен дополнительный доход». Мы не говорим, что Oriflame, мы говорим, что дополнительный доход. Если человеку интересно, он дает свой номер телефона, и наставник ваш уже звонит и рассказывает информацию о том, как нужно здесь работать, да, как работает в Oriflame. Второй метод в теплом – это метод третьего лица. Я сейчас тоже очень много про... Ну, анализирую информации, как все-таки лучше работать со своими партнерами и как лучше пригласить на бизнес. То есть вот есть еще такой метод третьего лица. Это, например, как вы переписываетесь со своим, ну, со своим, допустим, какой-то знакомой. И точно так же, как милый звоночек, да, только это немножечко другой метод. Это метод... как это правильно сказать, чат-тройка, да, допустим, вы пишете: «Я тебе не могу донести правильную информацию, давай я создам чат-тройку со своим наставником, я вас в этом чате познакомлю, она тебе расскажет всю информацию, либо голосом, либо перепиской, да, и ты там уже с ней пообщаешься, она ответит на все твои вопросы и так далее», да, то есть вот еще есть такой метод рекрутинга. И по-теплому еще третий такой мини-метод, да, это руки плюс опыт. То есть это тоже чат-тройка. Например, мы создаем чат-тройку, допустим, я, мой партнер и мой партнер, и, допустим, у партнера партнер, да. И у партнера партнер дает 5 человек, да, с краткой характеристикой на каждого человека и дает на каждого человеку ссылку ВКонтакте. То есть он написал список знакомых, и из этого списка знакомых он дает 5 человек для рекрутинга вместе. То есть это как выглядит? Я захожу на страничку, ну, к потенциальному кандидату, смотрю, изучаю и пишу первое сообщение для этого человека. Мой партнер отправляет это сообщение, просто копировать, ставить, да, отправляет это сообщение своему потенциальному партнеру. И таким методом мы рекрутируем. То есть он что-то отвечает, перекидывает в чат тройку, я читаю и составляю дальше сообщение. То есть такой метод, я сейчас делаю на него большой акцент и учу всех своих партнеров именно рекрутировать так. То есть там можно повернуть переписку как угодно. Можно вывести на звонок, можно переписки все рассказывать, да, то есть все писать текстом. То есть вот
такой чат тройка, да, то есть у меня опыт, у человека люди. И посмотрите, пожалуйста, вот здесь на картинку, как же все-таки написать список знакомых. Здесь есть три столбика, да, это знакомые, готовая база, да, это контакты, телефоны, фотоальбомы и специалисты, это где-то парикмахеры, там, где-то там библиотеки, в общем. И из этих трех столбиков вы пишете список своих знакомых. Понимаете, да, про что я говорю? По вот таким вот характеристикам, да, то есть читаете там родственники, друзья, и с помощью вот таких вот трех столбиков вы прописываете список знакомых. Список знакомых на самом деле он никогда не заканчивается. И это основной инструмент, даже вот бриллианты, да, бриллиантовые директора, они всегда говорят, да мы еще не отработали список знакомых еще не закончится. Просто нужно этот список знакомых пополнять и пополнять. Еще не указала один метод, ну это там метод уже будет в холодном, ладно, я скажу это в следующем слайде. В общем, вот по теплому можно рекрутировать вот так. Следующий метод, метод был теплый рынок, сейчас метод холодный рынок. Это добавление в друзья. У меня сейчас, ребята, это не работает. Ну вот не знаю, не работает. Я добавляю в друзья, но у меня вот этот метод не работает. Дальше по холодному, это, конечно же, первое сообщение, это какая-то рассылка, да. У меня тоже это не работает. Не знаю почему, но есть отклики, но не так, как раньше. У меня сейчас немножечко уже своя статистика, и я работаю больше по холодному рынку, и веду уже свою статистику. Поэтому, чтобы у меня была одна регистрация, допустим, там 2 или хотя бы там 3 регистрации в каталог, ну, я уже знаю свою статистику, что мне нужно сделать. Поэтому... Также по холодному можно утепление с холодными контактами. Это через комплимент, через какой-то вопрос. Да, тоже так же заходите на страничку, изучаете, смотрите и, может быть, задаете какой-то вопрос, либо пишете комплимент. То есть начинаете с кандидатом утепляться, общаться, и потом же выявляете его потребности и делаете ему предложение о бизнесе. Рекрутинг – это искусство привлечения самых лучших. Да? То есть мы с вами ищем наших бриллиантов. Работаем в соцсетях – это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. То есть социальных сетей очень-очень много. И у каждого, наверное, уже выбрана своя излюбленная социальная сеть. Поэтому вот такой метод «Холодный рынок». Третий метод – это личный бренд, которым я сейчас работаю, который сейчас очень-очень активно развиваю. Это мой метод рекрутинга, это мои уже входящие сообщения. Да? То есть я пишу 3 поста в день, когда уже фотографии заканчиваются, когда уже надо идти снова на фотосессию, начинается уже, ну, такое высасывание, так сказать, из пальца, да, какие-то посты начинаю высасывать из пальца. Но это мое, я стараюсь постить пост 3 раза в день. Ну и, конечно же, быть активной, лайки никто не отменял, общение никто не отменял, поэтому... Через личный бренд я общаюсь с холодными контактами, и это мне дает плоды. Ребят, основные ошибки при рекрутинге. Не написал список знакомых. Если вы не пригласите своих знакомых, значит пригласят ваших знакомых другие. То есть ваши знакомые уйдут в другую команду. Чтобы этого не было, отрабатывайте свой список знакомых. Если они даже сейчас к вам не идут,
Вы их все оповестите, расскажете, что вы в Oriflame, что сейчас в Oriflame совершенно другая система работы, что мы не занимаемся продажами, что мы строим организацию, выращиваем лидеров. То есть вам нужно дать качественную информацию. Конечно же, развивать личный бренд, чтобы за вами ваш теплый рынок наблюдал. Не хотите идти на теплый? Пишите всем, не решаем ни за кого. На кого мы не можем подумать? Да, вот мы решили там за Машу, а Маша ко мне не пойдет, у нее все хорошо. А Маше, оказывается, очень надо ваше предложение. Маша стала вашим ключевым партнером. Или Маша искала дополнительный доход, вы ее не пригласили, а она ушла в другую команду. Будет очень-очень обидно. Поэтому, ребята, не бойтесь, отрабатывайте свой список знакомых, пишите, рассказывайте, ничего не бойтесь. Следующая ошибка. Не обращайтесь за помощью к спонсору, а занимайтесь самодеятельностью. Ребята, у вас у всех есть наставник. У вас у всех есть вышестоящий спонсор, вышестоящий директор. Напишите ему. Если вы мне напишете, я никогда не откажу, я всегда помогу, я все расскажу, я все объясню, я помогу с рекрутингом, я только за. Поэтому обязательно обращайтесь за помощью к спонсору, к наставнику, пишите, доставайте его вопросами. Обязательно разберитесь в системе действий, разберитесь, как правильно рекрутировать, как правильно пригласить, как правильно донести идею бизнеса. Разберитесь в маркетинг-плане, чтобы у вас потом не возникали вопросы, а мне не сказали, а я не знала. В обучении все дается. Следующая ошибка. Нет системы ежедневных действий. Если вы делаете раз в неделю рекрутинг, у вас результата не будет. Нужна система. Нужно делать каждый день. Пусть это будет 5 диалогов, пусть это будет 3 диалога, но это будет каждый день. Пусть это будет один пост в день, но это будет один пост в день. Это будет каждый день. Надеюсь, вы меня понимаете, о чем я сейчас рассказываю. Боитесь отказов. Ребят, укрепляйте свой бронежилет. Я тоже раньше боялась всех этих отказов. Я боялась молчунов, я боялась, не знаю, там, переписок. Я всего боялась, но я знала, что меня ждет в результате. Я просто это делала каждый день. Я тоже плакала, я тоже сомневалась в себе, я тоже не верила в компанию и так далее. Да? Но за год с лишним я укрепила свой бронежилет и уже не боюсь никаких отказов. Если мне сказали нет, это не значит нет. Я развиваю свой личный бренд, а значит, они будут за мной наблюдать. Значит, они увидят, как я выросла. Они все равно мне напишут и придут в мою команду. Ребята, хочу с вами поделиться, что ко мне вообще не ушел мой теплый рынок. Я работала на холодном. Но сейчас мой теплый рынок оттаивает. И уже приходят ко мне мои теплые знакомые. В этот каталог пришла ко мне девочка. Она училась на год постарше меня. Мы с ней из одной школы. Я ее как-то приглашала, она отказалась. Но в этот каталог она мне написала сама. Она уже сделала 150 баллов, она обучается. И она сделала подписку баланс. Поэтому вот когда-то проделанные действия будут вас приводить к результату. Поэтому делайте, делайте в системе, делайте каждый день. Так, еще одна ошибка при рекрутинге. Нет уверенности в бизнесе. Понятно, вы пришли, у вас нет пока результата. Ну, допустим, вы даже менеджер 9%, это уже результат. Вы уже не просто консультант, вы уже менеджер компании Oriflame. Есть вышестоящие директора, рассказывайте про них. У них есть классные истории. Неужели вас не мотивируют истории, допустим, вот за год директор, там за 4 месяца директор, за 1,5 года золотой директор? Ну, примеров масса. Пересмотрите факты гордости. Вы просто вникните вообще, насколько крутая у нас компания.
Вы просто подумайте, что компания на рынке 50 лет, а это дорогого стоит, это не компания однодневка. Посмотрите несколько презентаций по бизнесу разных спикеров. Напишите свою презентацию бизнеса на листочек. Разберитесь сами. И обязательно смотрите истории успеха. История успеха очень-очень мотивирует. И если это смогли сделать обычные мамы в декрете, неужели у вас это не получится? У вас это обязательно получится, ребята. Просто еще раз повторяю. Системные действия, не бояться отказов, быть уверенным в компании, обучаться и не садиться рекрутировать в плохом настроении. Вот это, наверное, вот на мой взгляд, основные ошибки при рекрутинге. Если вы не будете допускать вот таких ошибок, у вас обязательно будет одна регистрация в день. К этому мы все стремимся. И у вас обязательно будет, ребята, рост. Так, ребята, что нам даст одна регистрация в день? Ну вот смотрите, сейчас я вам немножечко расскажу, что вам даст одна регистрация в день. Одна регистрация в день – это равно 21 регистрация в каталог. Представляете, 21 регистрация в каталог. По статистике 5 из них будут активными, да, будут вашими ключиками. Остальные либо уйдут, либо будут они молчунами, да, а другие останутся, допустим, просто потребителями. Ваша задача – задача потребителю рассказать вкусно информацию про wellness, информацию о продукте. То есть мы все равно должны быть подкованы и в теме бизнеса, и в теме продукта. Да, то есть мы работаем и с продавцами, и с потребителями для себя, и с бизнес-партнерами. Ну вот смотрите, если 5 ваших активных партнеров сделают по 150 баллов, это уже 750 баллов прирост в каталог. Да? То есть каждый каталог, наша цель выводить нашего ключевого партнера, который только-только к вам пришел, выводить на уровень 9%. Это ступенька менеджера. Если мы это с вами повторяем 3 каталога вместе с командой, то за 3 каталога можно выйти на старшего менеджера. Сейчас объясню как. Вот смотрите. Ваши 5 партнеров сделали по 150 баллов. Это суммарно получается 750 баллов. Во второй каталог эти же 5 партнеров, да, пригласили партнеров и уже сделали по 150 баллов. 6 умножить на 5. Это получается 4500 баллов бонуса. Это уже 15%, близко к 18%. Третий каталог, 5 партнеров по 30, да? 5 партнеров, пригласили уже 30 партнеров и сделали по 150 баллов. Это уже получается 22 500 баллов. Представляете? Это уже открытое звание директор. Что мы с вами получаем, когда мы открываем директора? Так, подтверждаем товарооборот в течение 8 каталогов. Мы получаем доход за год 400 тысяч рублей, единовременную выплату 1000 долларов, приглашение на банкет директоров со спутника, да, в Олимпийский в Москву, серебряный значок, возможность получать ежекаталожно бонус по автопрограмме Skoda Rapid или можно потратить на какие-то другие цели. И, конечно же, доход раз в 3 недели. А еще у нас идет программа «Адреналин», юбилейная премия. Ее, кстати, продлили еще на год. И у вас у каждого есть возможность получить юбилейную премию 50 тысяч рублей. Классно, да? Поэтому, ребята,
Все стремимся к одной регистрации в день. Если ваш каждый партнер будет делать 21 регистрацию в каталог, это будет просто бомбический рост. Вы будете расти, 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 и не будете вспоминать ни про какой сезонный бизнес. Вы будете расти и зимой, и летом, и весной, и осенью. Всем желаю классного закрытия каталога. Всем желаю новых уровней, всем желаю новых званий, всем желаю легкого рекрутинга, всем желаю легкого ЛТО на личном потреблении, как это делаю я, да, как это делаем мы вместе с мужем. Всем желаю ключевых партнеров, всем желаю сегодня-завтра регистрации и ищите, ищите, и вы найдете своего бриллианта. Всем желаю, ребята, успеха и удачного закрытия каталога. Всем большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, ребята, пишите в личку, пишите в чатах. И, в общем, всем до встречи в наших чатах офисов. Всем пока!